Дорогие друзья, с вами Артур Разумов. Сейчас 10 число, 10 сентября 2021 года. Я искупаюсь в озере Новотоваре. Светит солнце, прекрасная теплая погода. Ну и такое традиционное омовение, традиционное погружение в воду. Вода ушла, озеро обмелело, поэтому погрузиться я погружусь, а вот насчет поплавать, я попробую. Вода не ощущается какая-то холодная. Я уже купался в этом озере, когда мы приезжали в 2016 году, тоже в сентябре, и вообще купался в местных озерах, в этом, в Аленушкином, еще в одном торфяном. Так что для меня это вполне обычное дело. Так. Очень много ива и всякой травы, которая растет. Не могу точно сказать, как она называется. Но погружаться буду аккуратно с стороны. Поплавать здесь сложно. Вполне реально. Да, там и листовые, много травы. Время плавно, но еще не очень удачно. С вами Артур Разумов с озера Новотоваре. В сентябре, начале сентября 2021 года. Ой, как ванна. Отлично освежающая. А еще это чистая дождевая вода. Здесь отсутствует минерализация. Ноль. Мы уже проверяли. Отлично. Отличное погружение. Поплавать, ну, нереально. Все заросло травой. И очень мелко, как вы видите. Я сижу. Поэтому придется вылезать. Не знаю, получится ли найти более глубокое озеро. Оно практически на метр обмелело. И там под ногами. И трава. Ну, ритуал погружения закончился. Возможно, я еще приду на днях сюда окунуться. Водичка супер. О, бодряк, киселяк. Новотовара, это отлично. Отличное место для тех, кто хочет практиковаться путешествием по местам силы, кто занимается саморазвитием. Приглашаю вас в мою компанию Новотовару. Путешествие на неделю, минимум на 3 ночи. Иначе неинтересно. До встречи в моем блоге, посвященном
а вот товарищи местам силы.